Карантин подразумевает, что нужно иметь свой компактный, легкий и в то же время удобный электровелосипед. Причем желательно еще и складной, тяговитый и, конечно же, на двоих. Все это удачно воплотилось вот в этой модельке складного электровелосипеда GeForce. В основном бренд известен в США, где прекрасно себя зарекомендовал, но сейчас он доступен у нас в Украине. Сразу заметим, велосипед GeForce отличается от так называемых Ашан байков. У него качественный долговечный редукторный мотор на 400 Вт и 48 вольт, очень компактные литые колеса с надувными покрышками диаметром 14 дюймов. Он может развивать скорость до 35 км в час и проезжать от одной зарядки примерно 50 км. Учитывая наличие второго сиденья для пассажира, сразу напрашивается законный вопрос. Какая же грузоподъемность этого малыша? Она составляет целых 120 кг. Это полноценный взрослый электровелосипед. Смело садим сзади подростка или ребенка, и можно вести его в школу или в детский сад. Кстати, для удобства седока сделаны вот такие маленькие подножечки для опирания ступней. Аккумулятор на велосипеде литиевый с повышенной емкостью 48 вольт 15 ампер часов. Заряжается он около 5-7 часов. Зарядное устройство 48 вольт на 2 ампера, разумеется, идет в комплекте. Велосипед находится в коробке, в практически готовом к эксплуатации виде. Раскладываем руль, вставляем сиденье, прикручиваем педали и можно смело двигаться в путь. Теперь подробнее об комплектующих. Руль. Он складной, это очень удобно для тех, кто планирует перевозить этот электровелосипед в транспорте. За счет этого он прекрасно поместится как в любой багажник, так и без проблем поедет с вами в городском транспорте или в электричке. Педали складные, это оценят те, кому приходится их непрерывно откручивать в других моделях, для того, чтобы поместить соответствующие места. Третье. Имеются полноценные крылья. В любую грязь вы остаетесь чисты и невредимы. Седло комфортное, подпружиненное. Легко регулируется высота посадки и фиксируется с помощью эксцентрика. Аккумулятор, как я уже говорила, литиевый. Он быстросъемный. Его можно заносить в дом для подзарядки, либо снимать для облегчения велосипеда при его транспортировке. Причем его емкость не стандартная 48 на 10 ампер часов, а целых 15 ампер часов. А это возможность проехать около 50 км без подзарядки. Дальность пробега зависит от скорости езды, плавности трогания с места, стиля езды, встречного ветра, веса велосипедиста и багажа, температуры на улице и, конечно же, наличия подъемов на дистанции. У велосипеда имеется фара, работающая от аккумулятора. Ну и, как всегда, отличная подножка. Ручка газа, любимая многими, мотороллерного типа. Она снабжена ключом зажигания и индикатором заряда батареи. У мотора есть два режима работы. От ручки газа, так называемый режим мотороллера, который не требует кручения педалей, и режим ассистирования, когда вы крутите педали, а мотор при этом вам помогает. Электровелосипед снабжен двумя парами ключей. На руле это ключ зажигания и на боксе с аккумулятором для фиксации короба и защиты его от воровства. Сразу бросается в глаза передняя звезда. Она большая, имеет 46 зубьев, что позволяет легко ехать без помощи мотора и специально сделана для того, чтобы можно было эффективно применять режим помощи педалям ассистирования. Тормоза дисковые. Это надежность при любой погоде и в любое время года. Бывалые велосипедисты это хорошо знают. Велосипед имеет реально компактные размеры в сложенном состоянии. Мы замерили. Это 75 на 45 и на 65 сантиметров. Он поместится в багажник любого автомобиля. В разложенном виде его длина составляет 130 сантиметров. Вес велосипеда 28 килограмм. У него очень емкий аккумулятор, за счет этого немножко больше вес, чем у обычных. Ну и напоследок маленький презент от производителя – это мультитульчик и насос. Итак,
имеем качественный и продуманный в деталях электрический велосипед. Его габариты на первый взгляд скорее напоминают подростковый велосипед, но, к удивлению, на нем легко, с удобством, может расположиться и взрослый человек, так как велосипед выдерживает до 120 кг, а регулируемая высота сидения и руля позволяют сделать посадку удобной для любого взрослого человека. Надежная конструкция, легкая алюминиевая рама, хороший запас хода до 50 км. Это небольшой классический складной электровелосипед с привлекательной комплектацией и радующим глаз дизайном. Надежность, приятный внешний вид, маневренность, удобство эксплуатации, транспортировки, легкое хранение – вот далеко не полный перечень достоинств этого велосипеда. Емкая аккумуляторная батарея – даст вам возможность ездить без подзарядки практически весь день. Это очень важно. А в условиях карантина особенно актуально для многих стал вопрос приобретения надежного семейного электровелосипеда, потому как ездить в общественном транспорте оказалось не так комфортно и зачастую просто невозможно. Небольшая цена вовсе не обозначает, что на электровелосипеде не должно быть качественного и емкого оборудования. Велосипед очень компактный, симпатичный, не тяжелый, вес всего 28 кг, легко управляемый и позволяющий перевозить ребенка на комфортном заднем багажнике. Он станет отличным помощником для всей семьи, поскольку, благодаря наличию двух цветов, белого и черного, он прекрасно подойдет как женщинам, так и мужчинам. Ну и одно из главных достоинств – это доступная цена. Ее можно посмотреть, перейдя по ссылочке в описании под видео. Скажем прямо, сейчас она самая низкая, потому что зима, и буквально до Нового года она будет очень низкой. Заходите на наш сайт velomoda.com.ua. У нас представлено большое разнообразие электровелосипедов. Мы постоянно разрабатываем и получаем новые модели. Предлагаем различные переоборудования велосипедов, а также готовые модели, поставляемые из Китая. Подписывайтесь на наш видеоканал Веломода, жмите на колокольчик, и вы не пропустите наши самые новые видео о самых интересных разработках в области электровелосипедов. С вами Веломода!